12 декабря в здании законодательного собрания состоялась торжественная церемония вручения паспортов 14-летним гражданам. Отличившиеся в учебе, спорте и общественной деятельности удостоились чести принять из рук губернатора Омской области свой первый взрослый документ. С этого дня, дорогие ребята, вы становитесь взрослыми, ответственными и, конечно же, патриотами нашей Родины. Я хочу поздравить вас с тем, что сегодня произойдет это событие, и с великим удовольствием вручу вам документ гражданина Российской Федерации. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Мы граждане России», посвященной Дню Конституции Российской Федерации. Вместе с паспортом молодые люди получили поздравительный комплект, куда вошли буклет с Конституцией и обложка для документа с гимном России. Во всех регионах нашей страны День единых действий проходит во всех регионах нашей страны в торжественной обстановке с известными людьми региона проходит вручение паспортов для детей. С ответным словом выступил школьник из села Ростовка Омского района Михаил Вечера. Он поблагодарил губернатора и правительство Омской области за внимание к подрастающему поколению. Мы понимаем, что активные действия и благородные поступки человека делают его родину более процветающей. И мы станем именно такими гражданами нашей страны и приложим максимальные усилия для процветания нашего любимого края. Участники мероприятия признались, торжественная церемония в Заксобрании и встреча с руководителем региона – ответственный и волнительный момент, который запомнится им навсегда. Конечно, я сильно переживаю, ведь это такой момент встречи с губернатором. Я думаю, этот момент запомнится мне на всю жизнь. Мероприятие такое действительно торжественное, действительно знаковое для ребят. И очень хорошо, что как бы мы такие мероприятия проводим. И вот с нашим Федеральной миграционной службой как бы готовы проводить их совместно на, ну, это, конечно, самый высший формат, так скажем, проведения подобного мероприятия, но готовы его тиражировать. Организаторы мероприятия – Российский союз молодежи, УФМС по Омской области и Региональное министерство по делам молодежи, физкультуры и спорта – уверены, подобные мероприятия помогут молодым людям ощутить причастность к жизни своей страны и личную ответственность за то, что в ней происходит.